Бердским водителям следует быть особенно внимательными на перекрестке улиц Ленина и Лелюха. Прямо в асфальте образовался большой провал, в который, к счастью, никто не успел угодить. Коммунальные службы опасный участок огородили. Причиной называют обрушение коллектора. В ближайшие дни начнется аварийный ремонт, в ходе которого при остановке водоснабжения и водоотведения не планируется. Возможно, перекрытие перекрестка. О сроках коммунальщики сообщат дополнительно.